четверг, 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный парад памяти. Он посвящен легендарному военному параду 1941 года в городе Куйбышеве, запасной столице Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В нем примут участие полпред президентов ПФО Игорь Комаров, а также заместитель министра обороны России Анна Цивилева. В этом году парад пройдет уже в 14-й раз. В нем примут участие более 7,5 тысяч человек. Основная тема парада памяти этого года «Наша семья, наша победа». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России. Акцент будет сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом Самарской области. Посмотреть парад памяти смогут все желающие. Вход свободный. Запуск зрителей на мероприятие будет осуществляться с 11 часов 15 минут. В целях безопасности будет организован досмотр на пунктах пропуска через металлоискатели. Для нас это особая честь и ответственность, потому что с каждым годом не только растет количество специальных патриотических мероприятий, количество регионов, которые привозят лучшие парадные расчеты, но также и количество почетных гостей и регионов-участников. В этом году впервые все 89 регионов России будут 7 ноября здесь на площади, представители всех регионов, и, конечно, для нас это большая честь, потому что вся Россия теперь объединена парадом памяти. Все будут здесь, в запасной столице, на самой большой площади Европы.